Я шеф-повар Сергей Малаховский. Вегетарианская кухня – это вкусно, быстро и просто. Как 7 цветов радуги, как 7 музыкальных нот. Готовлю нежную мимозу. И для этого мне понадобится сладкий перец, картофель, морковь, немного сыра, соленые огурцы, лук и соевый майонез. Время приготовления моей мимозы будет минут 25, так как картофель нужно отварить. На счет раз я очищу картофель от кожицы и поставлю варить в подсоленной воде. Посолю воду. Через 15 минут картофель мой сварится. На счет 2 я нарежу зелень и лук. У зелени я возьму верхушки. Укроп и петрушка будет в дуэте. Я не буду их разделять, а нарежу вместе. Сделаю это не очень мелко. Очищу красную луковичку. На рецепт мне понадобится половина. Нарежу его меленько. Ну вот, лук и зелень мои готовы. На счет 3 я натру морковь. В мимозу обычно кладут отварную морковь, но мне кажется, этот рецепт можно сделайте из сырой. Просто я натру ее на мелкой терке, чтобы она была сочная и сладкая. Ну вот. Сочная, сладкая морковка готова. На счет 4 я нарежу сладкий перец. Сладкий перец желтый у меня будет играть роль цветка. Мимоза же желтая. Сделаю это мелким кубиком. Даже не кубиком, а крошкой мелкой. Вот такая примерно мимоза у меня вышла. Я нарезал перец. На счет 5 я собираю мимозу на тарелке. Картофель я отварил, охладил. Тру его на крупной терке, прямо на тарелочку. Тер я с руки, чтобы по возможности картошка попала на всю тарелку, и не передвигать ее, не утрамбовывать, чтобы она лежала воздушно. И с руки получается это всегда естественным способом надежно. Воспользуюсь соевым майонезом. Так, теперь слой моркови. Опять взбодрю майонезом. Теперь очередь за сыром. Я тоже его трою с руки, чтобы он попал везде. Слои начали собираться. На счет 6 я натру свежий соленый огурец. Сделаю это на крупной терке. Огурцы соленые я взял бочковые, настоящие. Я натер огурцы, теперь их просто-напросто перемешаю и выложу очередным слоем. Огуречный слой готов. На счет 7 я украшу свой салат. Сделаю последний слой майонеза, достаточно обильным. Все овощи закрывать не буду, налью его вот так по центру, чтобы стекал. Посыплю луком. И, как обещал, в центр желтый перец.
А по периметру зеленые веточки. Петрушка и укроп. У всех вкусы разные. Я уважаю ваш нежная воздушная мимоза в вегетарианском стиле. К вашему столу.